Goodbye, my friend, goodbye. Приехали. Все, погнали. See you, my friend. Окей, так. Ну что, поехали. Фух, нам в отель. Вот наш отель, называется он Скандик. Мы только приехали. Вот здесь вот у нас будет проходить, собственно говоря, уже это первый холл Дримхака. Вот здесь будет проходить Дримхак уже сам. Очень удобный отель. Находится прямо возле Дримхака, так сказать. Не все геймеры живут именно в этом отеле. Разбросала жизнь, так сказать, по отелям, по домам. Вот еще один холл. Да, не очень, конечно же, хорошо видно, потому что уже поздно, уже 5 или 6 часов вечера. Ну, конечно же, в это время здесь уже все темнеет, хотя здесь есть и белые ночи, как в Питере, когда все светло всю ночь. Но сейчас вот именно вот так. Вот этот отель, и мы туда движемся. Надо приезжать сейчас и отдыхать, расслабляться, потому что поездка была слегка утомительной, конечно же. Утомила меня, утомила Людмила. А кто это тут курит? О, этого человека я знаю. Это же Фобос! Фобос, здорово! Нет. Братан, ты приехал побеждать в Доту? Да. Супер. А я тебя вначале не узнал. Фух, отлично. Огромная очередь геймеров, которая... Может, ты их распихаешь? Я могу пойти сейчас попихать, но толку? Смысл-то? Как у вас форма? Тренировались? Да. Нормально? Что у вас по призовым тут? Не знаю. Знаешь? Примерно штук 100 где-то? Это так. Понятно. А что наши эти? Нави? Они приедут? Нет. А почему? Мы сюда не прошли. Они отказались, по-моему. А, блин, я даже не знал. Фигово. Едем. Ну хорошо, что вы есть. За тебя буду болеть. Давай. Как на сайтом. Готов уже? Так. О, ладно, звонали внутрь, это но реально очень тепло. Тун-тун-тун-тун. Ресепшн. Так, ну какие тут дела. Короче, это надолго. Понял. Надо, короче, сесть, расслабиться. Фух. А вон где все сели мои друзья. Поедем. А здесь вот такой вот ресторанчик. А мы здесь уже жили. Ванька, Владислав сидят уже. Так. Пойти взять. Ту-ту-ту-ту-ту. Блин, вообще. Встаешь, конечно, жестоко. Что там есть Wi-Fi, ребят? Фри. Что-то есть. Фу, что вымотала меня эта поездка. Я вообще не выдержал и заснул, походу, в итоге. Вот так вот мы сюда прибыли. Буквально завтра уже. Кстати, мы здесь. Можно быстро пройтись. Здесь я вот вспоминаю, мы здесь уж были на прошлом Дримхаке. И здесь вот есть. Я помню, мы здесь играли в бильярд. Такой вот есть тут барчик у нас. Для тех, кто любит расслабляться. Такие вот есть тачки прикольные. Вообще дизайн мне нравится. Он такой, знаешь, уют и домашний такой вот какой-то. Чувствуешь здесь комфорт сразу же. Йоу. Йоу, гайс.
Так, ну вот здесь вот у нас есть бильярд. Вот такой, короче. Какие-то ребята там сидят. Вот так вот. Блин, пока сколько они будут веселиться. Эти буржуи. Эти немцы. Годами просто. Так, а что? О, тетю. Все хорошо, не переживайте. Я просто для них такой большой какой-то. Так, что тут у нас есть? А, тут есть фри кофе и сок. Какая-то похлебка тут можно. А это уже ужин. Это ужин. Ну, что у нас тут есть на ужин? Салатик тут. Креветки. Я хочу эту креветочку. Может, хотя бы одну? Одну дай! Дай креветку! Салат с капусты. Какие-то мясные такие штучки. Вкусненько тут все, прям аж кушать захотелось. Это как-то по-домашнему, так все прикольно, да, шведики наложили. Тут такая вот рыбка еще с креветосами тоже. Есть какая-то вот домашняя такая кастрюлька. А, это соус, это картошечка, да? Еще пахнет так все это дело. Ага, это еще, это что еще? Это какой-то вот еще соус, как рагу такое. Как все тут очень так домашне и очень по-вкусному тут все лежит. Ну, это какие-то тут бутерброды, короче, неплохая, могу сказать вам признаться, шведская кухня. Поэтому прям аж захотелось покушать, перекусить. Так, ну что, ребята, я погнал. Приятного всем аппетита. И тут есть такие вот овощи еще. Respect yourself. Ту-ту-ту. Приятного аппетита всем. Реально захотелось покушать, очень вкусно. Ну а кто хочет, тот еще может сделать банз-банз-дринк-дринк.